Меня зовут Чамит, я из Шри-Ланки. Я обращаюсь ко всем людям человеческой цивилизации. Мы живем в 21 веке, научились за секунды передавать информацию на тысячи километров. Покорили космос, создали искусственный спутник, победили множество ран, неизлечимых болезней. Научились выращивать достаточное количество еды, чтобы полностью победить голод на планете. Пережаривать органы и строить не без скорби. Мы сделали это как человеческая цивилизация, чтобы развиваться дальше, как многополярный мир. Мир баланса сил, где все уважают друг друга, независимо от национальности религии. Не навасит противоречит сенсиям человеческой цивилизации. Я прошу людей мира, перестаньте ненавидеть русских. Stop hating Russians.